Всем привет! Я одна дома, моя сестра Лиза уехала в другую страну, и я не знаю, что делать. Секундочку. Привет, Настя. Ну, привет, Рыжий. В общем, угадайте, кто ко мне опять пришел? Рыжий пришел. Слушай, Настя, мне надо кое-что тебе сказать. Ну, говори. Только обещай, что Настеньке ты не расскажешь. Это уже интересно, говори. Короче, мне нравится Настенька. Настенька! Я в шоке. Настя, только пообещай, что ты не расскажешь Настеньке. Да не бойся, не расскажу. Просто это как-то странно. Ты же Настеньку боялся раньше. Ну, не знаю. Ну, раньше я ее боялся, а сейчас она мне нравится, и я хочу ей сделать какой-то подарок. А от меня что ты хочешь? Короче, Настя, мне нужно, чтобы ты мне помогла. Так, ну что я могу тебе предложить? Подарить ей цветы и что-то вкусненькое. Думаю, она оценит. Цветы? Откуда у меня деньги на цветы? Ах, да, я совсем забыл, у тебя же вечно денег нету. Тогда подари ей что-то вкусненькое просто. Слушай, у меня и на вкусненькое денег нету. А, ну тогда Настеньке может даже и не мечтать. Ну, Настя, может у тебя что-то есть? Ладно, сейчас что-то придумаю. Так. Что б ты без меня делал? На, вот, подарь еще чупа-чупс. О, спасибо, Настя. А можешь ей позвонить и сказать, чтобы она пришла сюда, и я ей подарил чупа-чупс? Ладно, что бы ты без меня делал? Настенька, это тебе. Слышь, Рыжий, быстро отсел от меня на метр. Слышь, Настя, что это с Рыжим? Влюбился в тебя. Слышь, Рыжий, ты что, влюбился в меня? Да, я в тебя влюбился. А значит, ты влюбился в меня, да? Да, я влюбился в тебя. А ты знаешь, Желтый, что те, кто в меня влюбляются, должны мне дарить дорогие подарки? Но я же тебе только что подарил. Вот это вот? Так, чтоб через час мне был iPhone X. Слушай, Настенька, у меня не будет денег на iPhone X. Ну, значит, Желтый, я тебе не по карману. Ну что, собирай деньги на iPhone X. Да, теперь придется собирать деньги на iPhone X. Здравствуйте, Вика. Здравствуй, Настенька. А как у вас дела? У меня все прекрасно. Сережа, иди сюда. Да, мам. Здравствуйте, Вика. Значит так, Сережа. Мне сегодня звонила учительница и сказала, что ты прогулял школу. Как так понимать? Ну, я просто... Просто что? Тебе мама вопрос задала, отвечай! Мам, ну просто меня в школе обижают, и я не хочу туда идти. Ну и кто тебя на этот раз обижает? На этот раз меня обижает Настенька! Так, стоп, ты же в нее влюбился. Да, влюбился, но iPhone X это уже слишком. Так, Настенька, в чем дело? Ну, Рыжий! Тетя Вика, ну как я девочку могу убежать Сережу? Сережа, как такая хорошая девочка, как Настенька, может тебя обижать? Вообще-то, мама, ты ее еще плохо знаешь. Так, ну с тобой я дома разберусь. Настя, сделай мне, пожалуйста, кофе. Ура, Лиза приехала! Привет! Как дела?
У меня все хорошо. У меня тоже. Идем. Ого, как вас тут много. Привет. Привет. Ну что, Лиза, рассказывай, как ты отдохнула. Да что рассказывать, давайте я вам лучше покажу. Давай. Ну что, посмотрим? Ага. Да, я давай. Тебе сяду. Что, соскучилась? Очень. А вы соскучились? Конечно. Да. А ты соскучилась? Конечно. Так, ну что, готовы смотреть? Да, конечно. Очень давай интересно, посмотрим. Давай. Yeah, I'm strapped in, stuck in a song.